Отогревшийся от зимних вьюг, долгожданный летний сезон официально объявлен открытым. Курорт принимает гостей уже больше месяца. Щучинско-Бурабайская курортная зона приглашает друзей и гостей. Наша съемочная группа побывала на праздничном фестивале «Этноаула Жайлау». Чтобы показать широту казахской души и гостеприимства, мы решили сразу же посетить несколько площадок. Мисс-фест, турнир «Ахмола Барасы» и «Байгет-2019». Бурабай встречает друзей на территории Казахстанской Швейцарии. Сегодня по-особенному тепло. На территории этноаула Жайлау буквально каждый квадратный метр пропитан национальной культурой, традициями и обычаями. Думаю, сегодня будет замечательный праздник, и мы станем его свидетелями. Қалқамау, қалқамау, сауа тола қымыз тұрғанда Біржан сал ағаңа көже бергенің не? Күн ертең бүкіл дауанға даңғаза қылып, жалпақ керейге көже берген көлбай атандырайын деп бедің? Бұл жерге енді келген себебі өзім астма бауырам, сондықтан енді емімді алуға келгем. Өте жақсы екен, бұл жердің мағына ауа райы ұнады. Таңертең уақытта тура керемет, мына тынысым бәрі ашылып, денсаулығым бәрі жақсы болып қалды. Тамағы да жақсы. Сондағы кісілердің, қызметкерлердің бәріне рахмет айтамын. Өте жақсы кісілер екен. Жақсы демалдығын, өте жақсы. Енді міне бүгін бізді экскурсия қып, осы мына жайлауға алып келді. Осы жерге көрейік деп, мына көктемнің алғашқы кезі ғой. Жусанның иісі шығып, тура өзіміз қуанып, сонда енді жақсы демалып жатырмыз енді. Сегодня мы приехали на этот праздник всей семьей. Здесь очень много разных традиций казахских. Также можно посмотреть крест, казахша крест. Ты сама спортом занимаешься? Да, я занимаюсь боксом. Этот вид мне спорта очень нравится, но также мне интересны другие виды спорта, поэтому я сюда приехала, чтобы увидеть разные виды спорта. Кроме этого, тут проходит аджарас. Это очень увлекательный вид спорта, я так считаю. В праздничном мероприятии, посвященном открытию этнопарка, приняли участие порядка 2000 человек. Вместе с тем состоялись турниры по казах-крысы и первый скаковой забег «Байгет-2019» с общим призовым фондом 600 тысяч тенге. Бүгінгі атжарысты көріп, тойды көрейік деп, қызық көріп балаларды мен кешеге 1 май, 1 маусым балалар күнімен сол қадартып алып келейік деп. Мы здесь все росли, выросли. Вот наши дети сейчас растут здесь. Тоже им нравится, наверное. Постоянно отпрашиваются. И вот приехали в ту жемчужину, которая, наверное, в Акмолинской области рядышком, да, является самым красивым, самым местом, где ты можешь отдохнуть, где у тебя раскрывается душа и где ты воспринимаешь природу. Впечатления о Казахстане, конечно, множество. Казахстан – большая, самобытная, сохранившая свою культуру страна, в которой очень четко видна наследственность, преемственность, семейственность. Да? Это очень не похоже на Украину, которая уже стала более европейской, самостоятельной, как бы сказать, потеряла много тех тоже прирожденных свойств, которые остались здесь. Поэтому Казахстан очень нравится. То, что сейчас здесь происходит, это, конечно, вообще шикарно и красиво. Мы еще не все посмотрели, но уже то гостеприимство, которое нам продемонстрировали хозяйки, которые с гордостью отдают свой продукт, которые выбирают сами своими руками сделанный хлеб, кумыс, это, конечно, вдохновляет. У тебя появляется улыбка, тебе хочется дальше жить. Я приехал в Мумбай. Мне нравится это Казахстане, погода, снег и натерлись лес,
как погода и как это начались велись, как говорит это. Натуральная традиция. Это очень-очень красиво. Я потом, как говорю, я нравится это как камалмель какой. Кумис и начались казахские блюда. I like it very nice. This is very nice climate, I can say. Very beautiful. Чирая видишь степ. Дорога ве, степ. Очень красиво. Да, такого масштаба, как бы, и такого, такой организации оригинальной я вижу первый раз, как бы. Честно говоря, в Алмате я не была. И мне очень понравилось, что здесь природа очень красивая, чистый воздух, кумыс, спортивные состязания. Очень все оригинально, красиво. И эти юрты, свежий воздух, очень просто все. Ощущаешь как бы близость к древним обычаям, соприкасаешься. И как будто переносишься на несколько сотен лет назад. Такое ощущение. Очень нравится. Акмола Варсе – это уже традиционный турнир, где сильнейшие палуаны со всей Акмолинской области состязаются между собой. По итогам двое лучших представят Акмолинскую область в республике. Горный воздух Буровайского края, атмосфера праздника. Все это заставляет даже взрослых забыть о проблемах, о насущных делах и окунуться в атмосферу праздника. Сейчас мы, съемочная группа программы «Бурабай» встречает друзей, качаемся, как в детстве, на качелях Алтынбака. Это атрибут степных гуляний. И мы тоже, взрослые, окунулись в детство. По-моему, возрождение национальных обычаев – это сейчас очень нужно, так как мы забываем родной язык, и сейчас мы просто видим, как происходит наш национальный обычай, так как здесь ажейки собрались, все девушки в казахских национальных нарядах. Это очень красиво. Все дети это видят и начинают повторять. После того, как мы это видим, это все продолжается дальше. Боровое считают жемчужиной. Жемчужины Казахстана. Угу. Как ты считаешь, согласна ли ты с этим мнением? Да, я согласна, так как наше боровое, оно очень красивое. Нас назвали маленькой Швейцарией. У нас природа безумно красивая. У каждой горы, у каждого дерева есть своя история. По-моему, это очень хорошо и это прекрасно. Я горжусь, что я родилась в этом месте. Представителями крестьянского хозяйства «Адиль». Занимаемся именно производством кумыса с 12 года. Как все начиналось? Получается, моя мама с самого начала 10 кобыл доила сама, собственноручно, потом собственноручно все это перерабатывала. Но потом, так как мы начали переходить на производство, уже начали нанимать людей, выходить в оборот, вырабатывать больше молока каждый день. Иногда доходило до 200-300 литров. Поэтому мы делали это все не сами. И сейчас в честь меня названы бизнес, крестьянское хозяйство «Адиль». Ведет его мои родители, то есть мама и папа. И для нас это очень важный сегмент нашей семьи, этот семейный бизнес. И мы отдаемся всей душой именно для этого дела. Самый главный, самый такой, можно сказать, секрет, который ясен всему миру, это то, что в нашем продукте
самое главное, это душа и любовь. Но плюс также наш кумыс всегда чистый. Даже если там есть какие-то добавки, типа мясных продуктов, каза, карта или же меда, все равно мы потом этот кумыс прочищаем, его процеживаем, чтобы никаких фрагментов не оставалось, потому что это не всегда лицеприятно. Наш продукт, ну, наверное, то, что крепость самого кумыса у нас больше. Например, мы с отцом ездили по регионам, смотрели, например, в Южном Казахстане не любят такой крепкий кислый кумыс. Они любят слабенький, чтобы чуть-чуть пощипывало только. Нам с отцом такое не нравится. Это лично для нас. Мы любим, когда ты пьешь вот одну кисе кумыса, и чтобы лицо само собой вот так сжималось, и тело овладевало ощущение кислоты кумыса. Кумызына является родиной самого вкусного, самого оригинального кумыза в Казахстане и, пожалуй, за его границами. На сегодняшний день в ауле порядка 70 дворов. И что интересно, в каждом дворе производят кумыс. Чтобы попробовать вкус отменного кумыса, туристы приезжают со всего мира. С Польши, Словакии, Украины, России. Местные жители помнят, когда-то специально, чтобы испробовать этот кумыс, на своем кукурузнике приезжал Колбин и Кунаев. И теперь съемочная группа тоже решила отпробовать, чтобы всегда запомнить вкус этого кумыса. Вкусный у вас кумыс, отменный. На сегодняшний день я считаю, что это хорошая инициатива возрождать вот эти традиции, которые, может быть, немножко были где-то утеряны, потеряны. Мы на сегодняшний день производим порядка 7 различных сортов кумыса, которые разные виды, ну, приготовление немножко другое, там свои какие-то методы есть. И вот такие вот фестивали кумысные, которые сегодня проводят у нас, я считаю, что это очень хорошо, так как люди могут прийти, попробовать, как сказать, погрузиться в ту эпоху, вот наши, которые предки жили, и попробовать все то великолепие Дастархана, которое дала нам наша земля, и наши предки нам оставили. И считаю, что такие возрождения, это очень, такие фестивали очень нужны для Казахстана. Скажите, в чем секрет самого вкусного кумыса? Ну, секрет, это, я считаю, что, во-первых, это земля, то есть природа здесь совершенно великолепная, такая удивительная, она нигде не повторяется, я считаю, поэтому и вкус травы, и все, что это передается через молоко, я считаю, что не может быть невкусным, наверное, да, то есть и люди с любовью к этому делу относятся, и все это в совокупности дает нам тот кумыс, который мы сейчас имеем и пьем. Возрождение казахских традиций. На территории этноаула Жайлау в течение всего лета можно будет пройти подобный мастер-класс. Апашки будут сидеть в юртах и учить, как плести. Асқақтап тауым, ән ойнап көгін, күй тартты көлін, қол жетті міне аңсаған күнге. Жасай бер жаса қазағым менің, Қазағыстаным жасыл орманым.